Всем привет! Меня зовут Кравченко Анастасия, и мне 15 лет. Вне школы я люблю писать коротенькие рассказы, гулять с друзьями и особенно слушать музыку. Музыка — это все мое. Ну, мне кажется, ребенком быть в какой-то мере легко, потому что ты ни о чем не задумываешься, ты живешь легкой жизнью, и так сказать, и все. А вот взрослым, мне кажется, быть нелегко, потому что нужно думать обо всем на свете и все сразу. То есть там отвезти ребенка в школу или в сад, успеть на работу, заплатить за квартплату, там очень много всякого разного. Я бы, конечно, могла ответить как-то по-научному, что сны там воспроизводит наш мозг и бла-бла-бла, но это скучно. Поэтому мне кажется, что сны живут в своем мире. Он где-то между звездами. Если бы у меня была волшебная палочка, то я бы сделала всех людей счастливыми, и чтобы у всех все было. Мне кажется, люди смотрят фильмы или же читают книги, чтобы саморазвиваться, или же просто отдыхать и расслабляться. Как по мне, друг должен, да в принципе, если так подумать, то он ничего не должен. Если он есть, и если он мне нравится, то это так должно быть. Ну, я, скорее всего, не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, я не могу судить других людей, потому что, ну, это же их право, на что обижаться, а на что нет. А меня, скорее всего, по мелочи я не обижаюсь, это должно быть что-то очень грандиозное. Если бы я могла помочь людям, то это, скорее всего, были бы деньги, потому что если есть деньги, то ты будешь себя чувствовать, как по мне, счастливым. Я считаю чудом, когда можно много путешествовать и видеть мир. Мне хотелось бы стать актером, потому что меня эта сфера деятельности интересует, и я бы хотела дальше продолжать в этой сфере быть. Ну, у меня два цвета любимых — это зеленый и голубой. Зеленый у меня ассоциируется с чем-то, вот лес, трава, вот это вот все, ну, спокойствие, такая свежесть. А голубой цвет у меня ассоциируется с водой, и это вот водная гладь. Сразу вот, когда я слышу голубой цвет, то это вот водная гладь.